такое лапароскопия? По инвазии это с латыни перевод повреждения. Сначала вот в эту самую полость вводится какой-то газ? Мы можем более тонкие действия производить во время лапароскопии. То есть шрамов нет вообще? Практически не остается шрамов. Маленькая кровопотеря, маленькая травматизация. 70-80% у нас производится лапароскопическая операция. Из области той самой фантастики перешла, ну, в разряд рядовых операций. Быстрый реабилитационный период после оперативного вмешательства. Вы смотрите программу «На здоровье». С вами я, Инга Гудаль, и наш доктор Елена Холина. Мы периодически будем общаться дистанционно, скажем так, без отрыва от производства. Елена Леонтьевна, здравствуйте. Как настроение? Спасибо, все хорошо. Елена Леонтьевна, ну вот когда-то давно зачитывалась книгой «Голова профессора Доуэля», где... Операция по пересадке головы казалась тогда, ну, просто фантастикой. Впрочем, насколько я знаю, такой она остается и сейчас. А вот лапароскопия буквально там за 2-3 десятка лет из области той самой фантастики перешла, ну, в разряд рядовых операций. Что такое лапароскопия? Лапароскопия – это один из методов малоинвазивной хирургии, где доступ к тканям производится через маленькие дырочки, разрезы до 1,5 сантиметра. Это, получается, щадит немножко внутренние органы и уменьшает доступ микробов к раневой поверхности и уменьшает кровопотерю. И хирурги пользуются определенной техникой, которая содержит специальные инструменты и высокотехнологичные оптические доступы. Ну вот вы произнесли термин «малоинвазивное». Это как раз-таки термин-то на слуху, но, честно говоря, мало, наверное, кто задумывается, если это не медработник. Что это такое? Это как раз-таки операция с помощью каких-то вот таких вот приборов, да? Приборов через маленькие доступы. Инвазия – это с латыни перевод повреждения. То есть малоинвазивные, малоповреждающие операции, щадящие. Тем не менее, лапароскопия – это операция, к ней нужна подготовка, и, насколько я понимаю, все начинается с анализов, да? То есть какие анализы необходимо сдать, прежде чем отправляться на эту операцию? Ну вот, допустим, в нашем центре предоперационные существуют пакеты, так называемые, и там для каждой операции прописан определенный перечень необходимых анализов и обследований. Например, очень часто требуется УЗИ, всегда требуется рентгенография грудной клеточки и общие клинические анализы, общепринятые. Кровь, моча, сахар крови, ну и какие-то, может быть, специфические. Именно под тот вид операции, который будет производиться. Что ж, через пару минут к нам присоединится врач-хирург медицинского центра «Медин» Олег Бабий. А пока мы посмотрим материал о том, какие существуют противопоказания к лапароскопии. Противопоказания к лапароскопии, как и к любой другой операции, бывают абсолютными и относительными. Первые, абсолютные, могут привести к резкому ухудшению общего состояния. Относительные противопоказания влияют на сопутствующие заболевания. Так, к абсолютным противопоказаниям относятся сепсис, то есть заражение крови, острые заболевания сердца, тяжелые заболевания органов дыхания, инсульт, инфаркт миокарда, кома и шок. Относительные противопоказания. Нарушение свертываемости крови, перенесенные полостные операции, поздние сроки беременности. Здравствуйте, Олег Иванович. Ну вот вопрос такой. Если лапароскопия уже довольно прочно вошла в мир медицины, почему не отказаться полностью от полостных операций? Для лапароскопии существуют противопоказания, и не всегда есть возможность нам выполнить лапароскопию при той или иной патологии. Олег Иванович, а в вашем медицинском центре какой процент лапароскопических операций делается? В нашем центре делается много лапароскопических операций. Если в отношении эндокринной хирургии, да, мы эндокринную хирургию оперируем открытым методом. Если в отношении хирургии органов живота, ну, 80% где-то у нас, 70-80% у нас
производится лапароскопическая операция. Пускай не конкретно на каких органах, а направления, в каких областях, скажем так, организма проводят лапароскопию? Абсолютно во всех областях хирургии проводятся малоинвазивные эндоскопические методы оперативного лечения. Ну и как, собственно, проводится сама операция? Ну, если мы будем говорить о нашем центре, где проводятся лапароскопические оперативные вмешательства на органах живота, есть точки доступа, через которые вводятся на переднебрюшной стенке, устанавливаются специальные инструменты, вводятся эндоскопы с подключенной к нему видеокамерой, и через определенные точки устанавливаются также определенные инструменты. И с помощью манипуляции этими инструментами проводится операция в брюшной полости под контролем видео. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Сначала вот в эту самую полость вводится какой-то газ или что? Да, для создания операционного поля, для создания объема, где можно манипулировать, вводится в брюшную полость, вводится углекислый газ. Он безвреден? Да, он безвреден, он рассасывается быстро, впитывается брюшиной и не приносит никаких побочных эффектов. Олег Иванович, а вот если сравнивать полостную операцию и лапароскопическую, плюсы-минусы там и там? Хочу сказать о плюсах в первую очередь лапароскопической операции. В первую очередь это быстрый реабилитационный период после оперативного вмешательства. Пациент после операции эндоскопической, он быстрее, можно сказать, встает на ноги и возвращается к своему обычному образу жизни. Это достигается путем снижения болевого синдрома. А быстро это что значит? Прям после операции встал и пошел, или все равно какой-то есть? В первые сутки после некоторых лапароскопических операций мы активизируем пациентов, они первые сутки после наркоза они приходят в себя и активизируются, они поднимаются, садятся, делают, прогуливаются по палате, можно так сказать. Чем раньше пациент поднимается после операции, тем быстрее он поправляется. Какие еще плюсы у лапароскопии? Плюсы, я уже говорил, о снижении болевого синдрома. Также это немаловажный сейчас косметический эффект. То есть на передней брюшной стенке через небольшие разрезы на коже вводятся эти инструменты. Потом эти ранки заживают и, в принципе, бесследно. То есть шрамов нет вообще? Практически не остается шрамов. Если у человека не склонен, допустим, к образованию келоидных рубцов, тогда, в принципе, эти рубцы, они будут, можно сказать, незаметны. Точечные, прямо точечные. Хорошо. Вот мы говорим о плюсах. А что получается, что лапароскопия настолько безупречна, что минусов нет совсем? Иногда нет возможности манипулировать настолько широко в брюшной полости, как, допустим, при открытой операции. Не всегда удается тактильно ощутить тот орган, ту, допустим, часть органа, как при открытой хирургии. Вот, Олег Иванович, я хотела как раз-таки следующий вопрос задать. Вокруг лапароскопии ходят много мифов, или не мифов, давайте развенчаем или подтвердим, что как раз-таки при полостной операции видно гораздо лучше, чем при лапароскопии. Что скажете? Я бы тут немножко поспорил. В чем еще плюс от лапароскопии? В том, что хирурги оперируют, и картинка выводится на монитор. Сейчас очень современные есть цифровые технологии, которые дают нам многократное увеличение, и мы участок операции, на котором мы работаем, мы можем наблюдать под многократным увеличением. Угу. Будем говорить, что при лапароскопии видно даже, наверное, лучше. Да, видно лучше. Мы можем более тонкие действия производить во время лапароскопии. Существует много методик, множество методик, несколько из главных из них, которые служат там навигацией в проведение лапароскопической операции. Это больше, конечно, для онкологических операций. Но они также и небольшую роль играют в
в общих хирургических лапароскопических операциях. А что касается длительности, что идет, проходит быстрее, обычная полостная операция или лапароскопическая? Ну, есть разные операции. Каждая операция свое время, но лапароскопические операции, они чаще всего быстрее проходят. Если брать во внимание простые операции, они быстрее проходят. Если ту же операцию лапароскопическую и ту же операцию открытым методом, конечно, лапароскопия проходит быстрее. Это достигается путем, что небольшой разрез, небольшие доступы при лапароскопии, и это в первую очередь, и эти доступы быстрее они ликвидируются, то есть ушиваются раны быстрее при лапароскопии, это не при лапаротомии, что там могут быть разрезы до 15-20 сантиметров, ну, допустим. После операции наверняка нужно, ну, хоть какое-то время для реабилитации. Я так понимаю, что это дневной стационар, да? Наблюдение, да, в дневном стационаре или... Стационар суточный. В нашем центре функционирует полноценное отделение хирургическое, которое это не даже не дневной стационар, это полноценный стационар, где пациенты находятся после операции под наблюдением персонала круглосуточным. И когда состояние позволяет пациенту, ну, после операции лапароскопической, конечно, пациент хотя бы в сутки должен находиться у нас под наблюдением, чтобы мы могли с чистой совестью, чистым сердцем пациента отпустить домой. Сейчас слово нашим телезрителям. Олег Иванович, спрашивают они, нужно ли для проведения лапароскопии ложиться в больницу? Ну, не совсем понятно, что имеется в виду, может быть, до или после. В любом случае, расскажите. Существуют патологии, которые требуют предоперационной подготовки. Тогда пациентам необходимо за несколько дней до оперативного вмешательства, да, лечь в стационар, где мы можем в динамике понаблюдать, как пациент будет себя вести на той или иной терапии, которую мы можем добавить для коррекции, там, допустим, сахарного диабета, там, заболеваний, сердечной патологии, то есть, которые требуют коррекции. Если пациент проходит предоперационное обследование и, в принципе, никаких патологий особых нет, нахождение в стационаре до операции не обязательно. Ну, то есть это зависит от каждого конкретного случая, получается, да? Да? Следующий вопрос. Сколько идет восстановление после лапароскопической операции? Мы уже касались, давайте повторим. После лапароскопии пациенты, повторюсь, быстро восстанавливаются. В тот же день операции пациентов активизируем. На следующий день пациенты поднимаются самостоятельно, двигаются активные и кушают, конечно же. Далее, мне назначили лапароскопию для удаления миомы. Какие могут быть осложнения? Ну, такой очень узкий вопрос. Ну, осложнения, если касаемо конкретно миомы матки, тут не совсем правильно будет, какие осложнения после миомы матки. Осложнения, как после любого оперативного вмешательства, то есть конкретно миома матки особых там осложнений не должна принести. Оперативное лечение по поводу миомы каких-то специфических осложнений не имеет. Олег Иванович, вот вы сейчас отвечали, пришел вопрос по поводу... Полостная операция – это достаточно большой разрез, а лапароскопические – ну, такие маленькие разрезики, и, видимо, возможности для проникновения и развития микробов гораздо меньше. Я к чему? Верно ли, что при лапароскопии гораздо реже бывают, ну, какие-то нехорошие вещи в виде воспалений? Если касаемо воспаления ран, то да. Конечно. Так, далее. Можно ли удалить аппендицит с помощью лапароскопии? И, кстати, приходилось ли вам проводить такие операции? Да, приходилось проводить. Это срочное оперативное вмешательство, которое проводится и в нашем центре в том числе. Конечно. То есть сейчас уже нет шрамов, там, не знаю сколько, 10 сантиметров после аппендицита? Ну, мы стараемся, если открытым методом, тоже стараемся небольшие раны делать, ну... Случается, конечно, и открытым методом традиционным. А от чего это зависит при аппендиците, когда проводить лапароскопию, а когда полостную? Ну, в первую очередь, это зависит, конечно, от длительности заболевания. Если пациент обращается на поздних сроках, заболевание
аппендицит. Тогда уже, когда уже руками хирург пальпирует и определяются уже инфильтраты правопозвоночной области. Касаемо аппендицита, еще раз говорю, угу, длительные сроки, там, 5-6 сутки, когда предполагаем тяжелую операцию, тогда уже, конечно, открытым методом традиционно. Ну, во избежание перитонита в том числе, да, наверное? Да, да, в принципе. Еще один вопрос. Может ли лапароскопия привести к бесплодию? Ну, не совсем понятно. Видимо, если она проводится по гинекологическим показаниям, да? Наоборот, лапароскопия иногда лечит бесплодие. Лапароскопически, это касаемо гинекологов, гинекологических операций, множество методик есть, которые направлены на восстановление функций женского организма, чтобы развивалась беременность. После разных воспалительных явлений, если конкретно о гинекологии говорить, формируются спайки брюшной полости, формируются, которые препятствуют нормальному развитию беременности, ее наступлению и развитию. Лапароскопически можно привести к тому, что, ну, ликвидировать, так сказать, бесплодие у женщин. Что ж, Олег Иванович, давайте подытожим. Лапароскопия, что это такое и действительно ли она лучше, проще, быстрее обычной полостной операции? Ну, лапароскопия, это, конечно же, еще раз напомню, это современный метод хирургического лечения, который выполняется через небольшие доступы на передней брюшной стенке, касаемо, если лапароскопия органов живота. Каждый год постоянно объем оперативных вмешательств расширяется. Лапароскопических, если до недавнего времени даже мысли не приходило о каких-то огромных, больших операциях выполнять лапароскопически, то сейчас эти операции, они выполняются. Ну и за лапароскопией будущее, конечно же. Ну и не стоит забывать об открытой хирургии. Она, еще раз повторюсь, всегда будет. Она была, есть и будет. Без открытой хирургии не было бы лапароскопии, и они идут, в принципе, вместе. Спасибо большое, Олег Иванович. Было очень интересно. Надеюсь, у зрителей пропали многие вопросы по поводу лапароскопии. Хорошего вам дня, и надеюсь, с вами еще увидимся. До свидания. До свидания, спасибо. Ну, а мы продолжаем. Правила питания после лапароскопии. Прежде всего, еда должна быть теплой, ни в коем случае не горячей. Высокие температуры агрессивно действуют на пищеварительную систему. Интервал между приемами еды должен составлять 2,5-3 часа, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт. Порции на один раз должны быть небольшими, опять же, чтобы не заставлять организм тратить лишние силы на переваривание пищи. Жареное блюдо нужно исключить. Лучше отдать предпочтение вареным, тушеным и запеченным продуктам. В первые дни после операции лучше всего измельчать пищу блендером. Такая пища будет легче перевариваться. Расширять меню после лапароскопии нужно постепенно, вводя продукты поэтапно. От легких к тем, что перевариваются труднее. Что ж, Елена Леонтьевна, правила питания при лапароскопии мы узнали, то есть как часто питаться, какой температуры должна быть пища. А вот что именно можно есть после такого оперативного вмешательства? Продукты, которые не вызывают газообразования. То есть это можно рисовую кашу кушать, можно кушать чай, можно кушать супчики такие не жирные, мясо отварное. То есть здесь продукты, которые по диете, диетические принципы. То есть пища должна быть легко усваиваться должна и не затруднять прохождение ее по кишечнику. А категорически нельзя? Какие продукты? Ну, наоборот, те продукты, которые вызывают вздутие живота. Это газированные напитки, это продукты, содержащие много клетчатки. Это в отношении наших сезонных продуктов. Груши, яблоки, виноград, угу, нежелательно, капуста. Фасоль, горох, наверное, тоже, да, сюда относится? Да. Угу. Что-то еще?
молочные продукты, допустим, как к ним медики молочные относятся? Молочные продукты, кисломолочные допустимо, но молочные пока придется воздержаться. Елена Леонтьевна, какие вообще плюсы, ну мы сейчас с вами опять подытоживаем, какие плюсы лапароскопии перед обычной полостной операцией? Ну если по-женски, во-первых, косметика, то есть малозаметные рубцы. Если профессионально, это маленькая кровопотеря, маленькая травматизация внутренних органов, то есть более щадящее, бережное отношение к смежным органам с оперативным вмешательством. Ну и быстрейшее, более быстрое восстановление после операции. Реабилитация более коротко проходит. Что ж, сегодня мы говорили о таком хирургическом вмешательстве, как лапароскопия, как подготовиться к этой операции, как она проводится и какое время занимает реабилитация. Удачи вам, смотрите на здоровье, берегите себя. До свидания, пишите нам.